Доброе утро, мои хорошие. На утро с пацифилом у меня вот такой. Он поднял стебель, но не поднял листья. Листья такие, знаете, часть сухих, часть подвядших. Я не знаю, но я решила его обрезать. Может быть, дальше листья пойдут, не знаю. Обрежу. А может быть, не стоит обрезать. Честно скажу, прям жалко. Но я думаю, что это вот те, которые шуршат, это уже погибшие листья. Мне так кажется. Ну и которые, конечно, вот так, такого цвета, это тоже погибшие. Но часть есть просто чуть подвядшие. Но правда, стебли уже все сухие. Ладно, подожду до завтра. Ну а потом, наверное, его обрежу. Я не знаю, он живой или нет, но вот этот стебелек поднялся. Он совсем лежал вниз наклоненный. Сейчас он поднялся. Может быть, из пазух листьев пойдут новые листья. Жалко, конечно. Ладно, ничего. Привезла с дачи кабачок. И тоже нажарила себе кабачковые оладьи. Такие красивые. Очень красивые и вкусные. Кстати, если кабачок молодой, я его просто мою, не чищу. И если кабачок не чистить, ну если кожица, конечно, не жесткая, то получаются вот такие красивые зеленые веточки. Красиво смотрится. Я решила выйти в аптеку и купить себе все-таки лекарства. Те, которые мне советовали. Потому что на утро голос немножко стал лучше сначала, ну а потом такой же. Поэтому нужно все-таки лечиться. Вот такой ремонт в подъезде у нас идет. Но, наверное, уже скоро будут заканчивать. Даже в комнате консьержа тоже идет ремонт. Прохладная погода в Москве. Ой, просто замечательно. Мне повезло с погодой. Облака чудные. Как же приятно опять встретила своего соседа. И опять он сказал: «Здравствуйте, госпожа». Да чего приятно, ребят. Вы были правы, кто говорил, что нужно обязательно в нашем возрасте носить все-таки обувь на приподнятом каблуке. Сейчас куплю себе лекарства, а потом зайду и померяю туфли белые, помните, которые вам многим понравились. Если они мне подойдут на танкетке, то я их себе куплю. Прекрасное платье я тогда себе приобрела, в котором я сейчас. Ну, как будто я без него. Вот такое ощущение. Легкое и дышит. Я хочу зайти в свою любимую аптеку. Надеюсь, здесь лекарство будет. Ребята, купила. Буду вот это рассасывать. Уже одну таблеточку положила в рот. Так что спасибо вам огромное-огромное спасибо. С таблеткой во рту. Ну а теперь можно и пройтись, прогуляться. Пойдемте туфли померяем. Решила зайти в салон штор. Посмотреть на дачу шторы, блокаут в свою комнату. Иначе невозможно. Солнышко в окошко все время. Посмотрела шторы. То, что понравилось, стоит 6 тысяч метров. Ширина не широкая. Но очень дорого, ребята. Я ж Мот Петрыкин.
Хочу еще эти померить, но правда только 37 размер. Сейчас попробуем. Ничего не подобрала. Ничего не понравилось на ноге. Ну что, поменьше можно сказать, что это не так. Остатки спать, это не так. Зеркало не будет. Туда прямо идти? Да. Опять в фикс-прайсе появился мячик. Кто хотел, смотрите, сколько много. Я решила зайти в фикс-прайс, посмотреть, что тут интересного. Часы стреляющие, мама дорогая.
увидела на коленнике 99 рублей. Ну, вот вроде крепится на липучку. Для дачи хотела себе такую. В экспрессе появились вот такие чашечки. Очень симпатичные. Алло. Сидела в Макдональдсе и читала сейчас ваши комментарии. Ну, побаловала себя немножко. И вы мне написали, что свежий инжир. Да, я вспомнила, действительно. У меня мама в свое время лечила горло свежим инжиром. Сейчас я его куплю. Угу. Да, и еще такой же. Что так? Спасибо. У вас не было, а? Я опять зашла в свой любимый подвальчик. Вот я думаю, фарш, что ли, мне взять? Фарш говяжий без добавок. Он действительно без добавок. А без каких добавок? Без свиной, без баранины. Без свинины и без баранины? Да, это чисто говяжий. А, это чисто говяжий. Есть смешанный, говядина, свинина. Все понятно. А можно мне полкило смешанного? Здесь фарш, вот из этого фарша. Вот именно почему-то в этом подвальчике, когда беру фарш, у меня котлеты не становятся водяными, ребят. То есть вот их жаришь, они как были пышные, так и остаются. И воду даже не выпускают. Спасибо большое. Спасибо вам. Люблю я этот подвальчик очень-очень. Зашла сюда. Купила я, кстати, инжир. Купила. Спасибо большое женщине. Взвесили мне 4 штуки. Я думаю, этого хватит. Сейчас к Маришеньке зашла. Здравствуйте, Марин. Вот эти конфеты мне тоже очень нравятся. Ой, новые появились, хрюшки какие-то, одноглазики, ничего себе. Вот эти вот мне очень нравятся, панда. Июльские, 6 месяцев. Смотрите, какая прелесть, рыбки. Во, видали? Это обязательно куплю Димке, зятю своему. Тетеньку, смеяться нельзя. Зачем я сюда зашла? Я опять всего накупила. И конфет тоже. Я зашла в отдел ивановского текстиля и подобрала себе штапельное платье для дачи. Очень симпатичное. А сейчас хочу зайти в МФЦ и получить свою все-таки карту москвича, которая готовится уже 3 месяц. Я вернулась домой. Решила вам показать, каких конфет я купила. Помните, я вам говорила, Виде? Хрюшки, разные миньончики, тигрята. Вот, смотрите. Вот это вот тигренок. Но он нарисован на пакетике. А в самом пакетике 2 конфетки для деток. Это очень интересно. Вот хрюшечка. Вот миньончик с 2 глазками. А вот миньончик с 1 глазком. С 1 глазиком. Так, это у нас кто? Это у нас зебра. А это кто? А это утенок. Раньше в продаже были только панды. Вот такие конфетки. Сейчас я открою, мы с вами разрежем одну хотя бы. Вот они мне очень-очень нравятся. А это кто? Ой, а это собачка с сердечком. Деткам нравятся такие конфетки. Вот Маше, например, тоже очень нравится. Так, сейчас мы с вами возьмем. Вот такое блюдечко. Конфетки я отодвину. Покажу. А мне тоже нравится. Сверху у конфеты сахарная глазурь. Видите, рисунок нанесен только на пакетике. Возможно, кто-то из вас уже видел такие конфеты. Так, вот смотрите, раз, шарик. И еще один шарик. Вот такой фантик. Сейчас я постараюсь разрезать. Возьму вот такой нож. Вот это глазурь сахарная. Так, блюдце бы, ребят, не разрезать. Ой, мамочка. Сейчас я постараюсь одну секунду. Раскусывать вроде как неудобно. Вот. Смотрите.
Снаружи сахарная глазурь, вкусная, похрустывает на зубах. Вот это молочный шоколад, а вот здесь внутри шоколадная вафелька. Это очень вкусно, особенно если конфетку сначала повалять во рту, как говорила моя бабушка, в роте. Потом шоколад, как у киндер шоколада, молочный, тает во рту. И напоследок остается вафелька. Очень вкусные конфетки. Я Маше всегда такие покупаю. Вот такие конфеты купила. Карту москвича я все-таки получила. Уже наступил вечер. Пришла, отдыхала. Разглядывала эти смешные конфетки. А сейчас уже наступил вечер. На коленнике в фикс-прайсе я так и не купила. Не знаю почему. Сама не знаю. Мне показались они не такими надежными, как хотелось бы. Очень вкусные конфетки. Туфли тоже не выбрала. Ничего не понравилось. Или было просто такое настроение. Не туфельное, не для покупок. Ну а домашнее платье или платье для дачи я вам покажу завтра. Симпатяшки, правда? Такие холёськи. Красивые. Почитала ваши комментарии и все-таки обрезала свой спецэфилом. Надеюсь, он еще живой. Вот здесь я вижу новые почки. Они уже набухли. Из них будут расти цветы. Я не помню ник, но, по-моему, или мужчина, или молодой человек мне написал. Любовь Алексеевна, не переживайте. Обязательно пойдут почки, и цветок у вас останется живым. Обрежьте только листочки, и все будет хорошо. Спасибо большое тому, кто мне это написал. Спасибо большое. Надеюсь, что он выживет. Завтра я его пересажу в другой горшок, потому что здесь уже видны корешки. А сейчас нужно идти отдыхать, потому что поздно. Половина первого ночи. Надеюсь, завтра голос восстановится. Низкий поклон тому, кто посоветовал мне лекарства. Спасибо, ребята. Спокойной ночи, мои хорошие.